Вот такой трючок у нас сегодня здесь. Вот такой трючок у нас сегодня здесь. Представляете? Пицца, которая называется Кондрашен фьючеринг Янг Уэй. Вот этот трек, да, вот это он, лейбл Кондрашен. Кондрашена трючки мы разбирали неоднократно. Есть у нас достаточное количество. И Янг Уэй, который, ну, не нуждается в представлении, да. Здесь вот такая вот темочка, друзья. Вот она. Кондрашен, который является фрешменом, безусловно, с точки зрения того, что он делает треки недавно, с 22 года, первый сингл в 23 году, несколько синглов в 24 году он попер. И вот у него есть с Янг Уэем трючок. Прикиньте, этот трек давно вышел. Ну да, но в 24-м году, тем не менее, он здесь, да. Слушаем внимательно, что это такое. Просто сразу, да, сразу берем и слушаем. Вот я вот надеваю наушники. Я читаю что-нибудь из того, что там есть. Нет, там нет ничего. Там есть просто название и все. Хорошо? Хорошо, слушаем внимательно. Пицца, let's go. В интернете биф в интернете. Что-то там давно мы уже не делим. Делю прибыль с пацанами, будто режу пиццу. Расправляю цифры, я не принимаю вызов. Я залетел в игру, будто мне выдали тут визу. И двигаюсь так ровно, будто бы за спиной спица. Собрал волю в кулак, чтобы перепрыгнуть яму. Не пролетариат, я не подчиняюсь дяде. Если надо, есть кому сказать взять их. За большие схемы, но ни разу не занес взятки. Все мои дела грязные, сдал их большую стирку. Это пора закончить, но все вошло в привычку. Я завтра сделаю, наверное, еще одну попытку. Сделал автограф членам, я оставил дырку. Знаешь, парень, не разговаривай, типа ты мне равен. В твоих годах я видел сильно больше, чем ты, это правда. По звуку, да, стараются сделать, да. С камерой, походу, я почистил карму. Чуть бросил, но норму. Никому, кроме сестры, не позволяю называть себя братом. Но нет, уже навес, не грузи меня. Хочешь позвонить, напиши, что ты хочешь именно. Сколько знакомых лиц, вспомнил имена. Че это за пинта, откуда привезена? На сцене, как дома, я это хотел сделать. Еще и в разных городах, что западают в сердце. Этот парк, как каждый, он принесет средства. МС потеют на микро, нужно полотенце. У всех свои проблемы, никуда не денется. Малая, возьму хату, сделаю младенца. Голодный был, поел, но еще не наелся. Любое место, где ты рядом, это наше место. Люди заебали, от них нужен отдых. Не говорю подруге за мои доходы. Видел их парней, они не способны прыгнуть выше, так люблю звезды. Разговор не о цифрах, я не принимаю вызов. Я залетел в игру, покаяться, совмещается, хороший эфир получился, кстати. Собрал волю в кулак, чтобы перепрыгнуть яму. Не пролетариат, я не подчиняюсь дяде. Если надо, есть кому сказать взять. Это большие схемы, но ни разу не занес взятки. Что-то немножечко, вот видно было попытку в панче, да, попытку такой текст на сравнениях, будто бы, как будто вот это все, да, угу. Будто мне выдали визу, будто бы за спиной, да, чтобы там, угу. А вот это не совсем я тебя понял, бро, не пролетариат, я не подчиняюсь дяде, ну вроде как пролетариат типа и есть те, кто не вне капитализма, да. То есть пролетариат как будто бы не подчиняется дяде, да, он и есть типа свободный, ну, типа, по идеологии, в смысле, да? То есть есть те, кто живут при капитализме, и они подчиняются дяде. А есть те, кто пролетарии, они типа свободные, да? Ну, типа. Вот, и они не подчиняются дяде. Поэтому к чему этот панч, я немного не понял, бро. Немножечко не понял. Собрал волю в кулак, чтобы перепрыгнуть яму. Не пролетариат, я не подчиняюсь дяде. Точнее, наоборот, пролетариат, да? Или не пролетариат... Тогда, типа, я считаю капиталы, да? То есть, если ты не пролетариат, то ты, типа, капиталист, значит. Либо ты там еще что-то. Я не подчиняюсь дяде. Ну, то есть, не особо бьется эта строчка, да? Такой момент, да? Делю прибыль с пацанами, будто режу пиццу. Да, будто. Все будто, бро.
У тебя все будто происходит, а на самом деле мало что, да? Разговор не о цифрах, я не принимаю вызов. Вот это респект, да. Вот это красиво звучит строчка. Режу пиццу, вызов, визу, спица. Ну, пицца, спица такое, но пойдет. Вызов, визу. Нормально. Круговая рифма, да? Пицца, спица, вызов, визу. И они все более-менее собой. Яму, дяди, их дядки. Что-то по тексту. Чуть-чуть косноязычно, я говорю, немножечко. Но в целом неплохо. Если надо, есть кому сказать, взять их. Красиво. Это большие схемы, но ни разу не занес взятки. Красиво. Красиво. Да, пицца, спица. Угу. За спиной спица, да. Угу. Все мои дела грязные, сдал большую стирку. Ну, большая стирка, это типа передача, да. Это пора закончить. Это пора закончить. Но все вошло в привычку. Я завтра сделаю, наверное, еще одну попытку, сделав автограф членам. Вот это дерзкая строчка, ровная, без единого лишнего слова, да, четко заходит. И такой угарный грязный панч. Насколько он актуален в рамках вот мягкого автотюнового тречка, да, не знаю. То есть, ну, такое, да, это прям на агрессивничах. Знаешь, парень, не разговаривает, типа, ты мне равен, да? В моих годах я видел сильно больше, чем ты, это правда. Окей. Меня в жизни жестко скамили, походу, я почистил карму. Никому, кроме сестры, не позволяю называться. Вот это красивая строчка, вот это красивая строчка. Вот это красивая строчка. Это дерзкая строчка, но окей, принимается. Это, но, да-да-да, пойдет, неплохой текст, у Янгвея неплохой текст, на мне тяжелый вес, не грузи меня, хочешь позвонить, напиши, что ты хочешь, именно, грузи меня, именно, сколько знакомых вспомнил, именно, пинта откуда, пинта привезена, на сцене дома я хотел с детства, сердце, средство, полотенце, этот парт, как каждый, МС потеют на микро, городовый музей, проблем никуда не деться, вот где-то младенца, но еще не наелся, наше место, люди заявляют, не нужен отдых, не говорят про другие мои доходы. Что-то, делю прибыль. Круто, что вот здесь вот так вот разбил, да? То есть нету духоты. Припев, два куплета, припев. Более-менее целостно выглядит трек. Неплохая работа. Неплохая. Правда, неплохая. Dirty Soldier. Вот, блин, хотелось бы взять его фрешмены, бро, но тут Youngway, видишь? Как вот голосовать люди будут за этот трек? За Youngway ведь будут топить, а? Достойно. Да, весьма хорошая работа, но вот как взять во фрешмены? Так она вроде наберет по баллам более-менее. Youngway, да, вот в том и дело, да, что тут Youngway. Но вот тут у него два парта есть. Припев, куплет. Стакается тут такие работы. Ну вот да, вот. Понимаешь, это будет несправедливо в том плане. Песня неплохая, правда. Это будет несправедливо, потому что в голосовании все будут топить за Youngway, ты же понимаешь. То есть у нас же определяется зрительским голосованием, и тут Youngway, короче, ну. Такое, блин. Временем показано, что за имя не топят. Да, но тем не менее. То есть как-то. Те, кто в теме, они знают, да, что там за имя не топят и все такое. Но, тем не менее, мы включаем трек, да. Можно, конечно, сделать так. Как вариант. Можно поставить начало и вот до сюда послушать его. Все. Если что, да. То есть, слушаем трючок, допустим, вот до этого момента. Потому что там просто его еще один куплет и все. Можно сделать так. Припев, куплет. И все. Заказ за баллы канала. Бро, пока они редко очень работают, да, потому что даже фрешсеты очень редко наступают. Вот сегодня наступил, я очень рад этому факту. Так. Только в песне мы всегда указываем оба ника. Здесь нам придется один указывать, это некорректно. Согласен. Ну, бро, к сожалению, это жестко, да. К сожалению, это жестко. Во фрешмена не можем взять. Да, то есть на бумажке будет, да, типа там. Йоу, Кондрашен и Youngway, трек пицца. Такое, да. Мне кажется, это будет некорректно. Так. Неплохой трек. Неплохой, правда. Неплохой.
Такой тюнчик совпадает. Показывает свое творчество, фиты хорошо, но фрешмен это фрешмен. Да, согласен. Согласен. Будем последовательны в этом плане. Если два фрешмена на бите, базару нет. Вот два фрешмена, вот допустим, предыдущий трек взяли бы легко. Они оба фрешмены, это честно. Еще у них все треки вместе, вообще вопросов нет. А здесь все-таки сложновато. Слушаем. Слушаем еще разочек, трючок, оцениваем его. Dirty Soldier. Ничего так, бро, ничего. Да, интрушечка аккуратная, да, с напевочкой. Делю прибыль с пацанами, будто режу пиццу. Разговляю о цифрах, я не принимаю вызов. Я залетел в игру, будто мне выдали тут визу. И двигаюсь так ровно, будто без спиной спица. Собрал волю в кулак, чтобы перепрыгнуть я. По бэк-вокалу неплохо, смотри. Спица, спица, спица. Собрал волю в кулак, чтобы перепрыгнуть яму. Не пролетай, перепрыгнуть яму. Не брал, перепрыгнуть яму. Не пролетай, ряд, я не подчиняюсь дяде. Но если надо, есть кому сказать, взять их. За большие схемы, но ни разу не занес взятки. Все мои дела грязные, сдал их большую стирку. Это пора закончить, но все вошло в привычку. Я завтра сделаю, наверное, еще одну попытку. Сделал автограф членам, я оставил дырку. Знаешь, парень, типа ты мне рай. В твоих годах я видел сильно больше, чем ты, это правда. Меня жизнь не жестко скамили, походу я почистил карму. Почистил немножечко, да, по-прежнему. По поводу 100к задонатить. Либо, бро, на каком-то ивенте. Если альбом до 45 минут, да, 100к. Если на каком-то ивенте победит, послушаем. Никому, кроме сестры, не позволяю называть себя братом. Хороший переход из куплета в куплет. Стакается. Тот случай, когда стакается фит. Бэки делал Кондрашен, да, здесь тоже, по-моему? Или это Янгоя Бэки? Способны прыгнуть выше, так люблю звезды. Будто режу пиццу. Разговор не о цифрах, я не принимаю вызов. Я залетел в игру, будто мне выдали тут виз. Ну это да, вот этот стиль, когда вот когда такой автотюновый Янгой, это в принципе оно здесь, да? Прям по тексту вообще прям хорошо. Я бы вообще вот так поставил. В рамках жанра вообще хорошо. 8-9 баллов. 9, вот сложно мне поставить 9 за счет вот этой косноязычности. Там будто, это, но, там вот много таких вот. По самим образом весьма неплохо. То есть тут по образам от семерки до десятки, да. То есть есть где-то прям сильные строки. 8-9. Young Way хороший текст. Ну 8, наверное. По поводу структур ритмики. Хорошо куплеты между собой склеены. Ничего лишнего между ними нет. Аэрбэки постоянно присутствуют. Строчки тянутся. Все хорошо работает. Припевчики, интруха есть. 8 баллов. Чего-то каких-то избыточно интересных моментов. Там перебивка бита. Или какой-то парт, какая-то вишенка. Нету, да, чтобы туда уходить 8-9. Но, ой, в 9-10. Но восьмерка типа есть, да. Реализация стиля. Ну, блин, Young Way тут максимально свою вот понятную тему сделал. Морти не будет, бро, потому что нет на площадках этого трека. Его за что-то удалили, причем со всех площадок, можешь проверить. Поэтому нет, к сожалению, его не будет. Вчера он выиграл голосование, еще раз повторяю. Но он был удален со всех площадок, да. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Реализация стиля. Ну, припева много, да. Нет, здесь все-таки 8, здесь 7 я поставлю, да. 7-8, Young Way, в принципе, на девятку сделал, да. 7, наверное, все-таки, да. Трючок,
3 балла готов поставить. 4. Нет, 4 не готов поставить. Не потому, что что-то не так в треке. В нем все так. Он просто норм сам по себе. То есть какая-то хитовость, что-то прям вот супер крутое, яркое, не знаю. Что-то новое показали? Нет. Качественно то, что я знаю, довольно неплохо. Реально. То есть это, в принципе, работа годная. По структурочке прошелся, все рассказал, напанчил. 8 все-таки, да. Вот так. Вот такая история. Спасибо большое. Ждем, наверное, сольный трючок, бро, если что. Потому что здесь, как песня, весьма. Кто-то даже может добавить плейлист, я думаю. Но как фрешмены, нечестно будет. Да. Вот так. Не питай один. Очередь, да, бро, у нас же очередь где-то месяц. А, вот Дима ответил, да, 4 плюс недель. Да. Спасибо, еще раз спасибо. Здесь по биту нет. Здесь вот если в прошлой работе бит конкретно вывозил, здесь бит просто неплохой, артисты показали себя достойно. Хороший балл, хорошо проработано все. Youngway вытащил классом. Кондрашен показал качественный текст. Весьма неплохо, правда. 56 баллов, спасибо.